до этого соревнования проводили в течение 1,5-2 лет в Крыму, на всех всероссийских соревнованиях участвовали. Везде ребята, почти везде выигрывали первые места. И мы поняли, что мы можем получше бороться. И решили поехать, услышав о международном турнире в Архангельске, решили поехать туда. Повезли ребят, троих самых сильных малышей наших, которые чемпионами становились все время. Повезли в Архангельск. Соревнования были, проведение соревнований были на высочайшем уровне. Сложные соревнования. Я, как опытный спортсмен, переживал, наверное, больше, чем переживали наши дети, потому что уровень соревнований был колоссальный. Съехались дети со всей России, сильнейшие команды России. Приехало 3 страны. Мы поехали, очень ярко заявили. Наши ребята очень показали очень красивую борьбу, очень яркую борьбу. Очень долго готовились, 6 раз. Мы когда-то летели туда на 2 самолетах. Я занял 1-е место. Самая тяжелая схватка была 3-я. Я стал чемпионом в весе 24 килограмма. Это держал Шахманов Эмиль, Республика Крым. Машалла! Мне 7 лет, я занимаюсь 4 года на борьбе. Соревнования были сложные. Я одну схватку за выход в финал проиграл, одну схватку заборолся. Потом бабака меня настроил на схватку, и я выиграл 3-е место. Я хочу стать как Рустем Казаков. Он первый чемпион из крымчанин. Я в 2036 году должен стать олимпийским чемпионом. Я занимаюсь борьбой 1,5 года. Мне 8 лет. Мы недавно полетели в город Архангельск. Я стал бронзовым призером. Было тяжело. В 3-й схватке я проиграл. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Я работаю 40 лет тренером в спортивной школе номер 3 города Симферополя. Я до того, как приехать в Крым, работал в Узбекистане, в Ташкентской области, город Акурган. Там у меня за 13 лет моей тренерской карьеры я подготовил призера Советского Союза. У меня стал парень, вошел в сборную СССР. И было очень много чемпионов Узбекистана. Сейчас вот я опять полный сил, и пошли результаты. То есть в 2012 году у меня стал чемпионом Украины мальчик, потом пошли еще чемпионы, призеры Украины. После этого в России уже чемпион России мальчик стал. И вот сейчас вот новая молодежь растет, новые мальчики появились, которые начали уже бороться по-настоящему. В отличие от других видов спорта, борьба дает устойчивость. У него развивается очень большая сила, он вынослив, он терпелив, он гибок. Он ловок. Такие качества для современного человека очень необходимы.